Что может быть загадочнее этого странного явления, как женская логика? Что мне больше всего нравится в женской логике, так это полное отсутствие логики. Девушка передает сообщение на пейджер. Никита, срочно позвони. Если не можешь, ничего страшного. Вечер, семья. Женская логика невинно говорит мужской. Я к соседке, буквально на минутку, а ты помешивай кашу каждые полчаса. Загадка. Каждая женщина — это загадка. Каждая женщина — это икс. Можно, конечно, нарваться и на игрек, но редко. Я обожаю наблюдать, как женская логика делает покупки. А потом звонит подруге и жалуется. Ты представляешь? Те брюки, которые мне нравятся, я в них не влезаю. А те, в которые влезаю, мне не нравятся. Короче, купила сумочку. Я однажды наблюдал гениальную сцену. Семья выходит из магазина с покупкой, и жена говорит мужу: «Вы только проследите направление мысли». «Значит, возьми на руки ребенка, а я возьму вазу. У тебя вечно все из рук падает». По-моему, направление мысли женщины — это направление геологов, заблудившихся в глухой сибирской тайге. Звоню знакомой. «Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Лену». «А здесь таких нету». «Простите, а какой у вас телефон?» «Панасоник». Пытаться разыгрывать женскую логику бесполезно. Мужчина в любом случае останется в дураках. Мой приятель Лёша решил как-то подшутить над мамой. Пришел с работы раньше обычного. Стоит у подъезда. По домофону набирает код квартиры. Меняет голос, спрашивает. «Секс по домофону заказывать?» Мать: «Ой, а Лёша еще с работы не пришел». Что мне безумно нравится в женской логике? Она всегда делает выбор в пользу красоты. На рынке женщина третий час выбирает кабель. Ей нужен непременно кабель белого цвета. Продавец.